Смотрите, ребят, что я запилил. Берем картинку и превращаем ее в LCD шейдер. Причем количество пикселей контролируется двумя вот этими штуками. Двумя сделал, чтобы можно было растягивать их в ширину. Сделать их квадратными, там, допустим, такими вытянутыми. Вот, то есть можно, смотрите, сделать 50 пикселей. Пикселей картинка, причем обычный имидж джипеговский, тоже пикселизуется, связан с этим значением, которое подбираешь по количеству пикселей. Вот, то есть юзайте. Можно вставлять на какой-нибудь телевизор там. Что-нибудь такое. Нода вообще простая, как 3 копейки. В основе лежит этот Brick Texture, ну, создание этих кирпичиков. Вот здесь она как бы блурится вот этими нодами. Вот это там RGB паттерн, я просто тупо не знаю, там как бы использовал мэппинг и вот фрэкшн, я не знаю, просто тыкал туда-сюда и вот дотыкал эту фигню. Здесь каждый пиксель картинки соединяется, как бы там миксится со своим пикселем, как бы своего цвета. Ну вот 150 на 150, например, разрешение. Ну-ка, интересно, светится будет. А, ну там бум, чтобы работал, надо прочитать readings volume. Так, может это cycles. Работает, в принципе, это emission. Emission shader. Короче, разберетесь.